В Алтумене состоялся правительственный час о ходе реализации дальневосточного гектара. Согласно статистике, почти 5000 человек получили свои земли. Еще 3000 договоров находятся на подписании. Всего 18 тысяч заявлений подано россиянами на получение земельного участка в Якутии. Больше всего заявок 4000 поступили в Хангаласском улусе. Отметим, что граждане могут воспользоваться 6 видами грантов и субсидий в рамках 2 региональных государственных программ. Такими мерами поддержки воспользовались 24 жителя. Объем грантов и субсидий составил свыше 40 миллионов рублей. Если рассматривать статистику по отказам в предоставлении земельных участков, также наибольшее количество отказов у нас было принято, решение об отказах было принято департаментом по лесным отношениям. Основные причины отказов у нас — это наличие прав третьих лиц, наличие ранее учтенных земельных участков, земли общего пользования, наличие объектов недвижимости третьих лиц. И на начальном этапе, конечно же, это было в основном связано с тем, что не все уведомления были предоставлены, не все права были зарегистрированы третьих лиц. И также были причины и смещения земельных участков на кадастровой карте республики.